Небольшой видеорецепт о том, как лечить кашель народными методами. Берется черная редька, моется ее. Моется она, отрезается верхняя часть, такая крышечка. Здесь делается такое небольшое углубление. Такое вот углубленице делается. В это углубление добавляется мед. Обычный такой мед берется и добавляется. Приблизительно вот в таком количестве. И все это добро оставляется на 12 часов. То есть вечером все мы это заливаем и оставляем до завтра. С завтрашнего дня вся эта емкость полностью будет заполнена смесью меда и сока редьки. Надо пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Соответственно, на 3 приема как раз всего этого хватит. Вечером завтрашнего дня заливается снова мед. Через день опять все будет готово. То есть вечером заливаем, следующий день лечимся. Вечером заливаем, следующий день лечимся. 3 дня работает редька. После этого выкидывается, заменяется на новую редьку. Вот, пожалуйста, такой рецепт. По заявкам телезрителей выкладывается в наш уютный чатик. А еще лучше не болеть. Всем здоровья, хорошего вечера, доброго утра или еще какого-нибудь времени дня, когда вы посмотрите это видео.